Субботник на бульваре Евскина начался ровно в 10 утра. По мнению жителей микрорайона, которые превращают эту часть Анапы в одну из самых популярных прогулочных зон, там явно не хватало сосновой аллеи. Мы все видим, что зона стала зеленой, зона стала нарядной. Это уже не только патриотическое место, но и место для прогулок. Сегодня мы высадим туи, мы сегодня высадим сосны, потому что у нас здесь уже такой есть определенный ансамбль. В высадке деревьев приняли участие мэр Анапы Василий Швец, председатель Совета депутатов Леонид Краснорудский, представители казачьей молодежи и местные жители во главе с активистами ТОС. Как всегда, не осталось в стороне и ветеранская организация города-курорта. Проходит общий муниципальный субботник, и это правильно, потому что сегодня прошла зима, и каждый любящий свой город анапчанин, по старой традиции должен выйти и навести порядок хотя бы возле своего дома. Сегодня мы проводим еще один субботник, так сказать, уже заключительный этап подготовки города к курортному сезону. Также сегодня будут вестись работы по покосу сорной травы, сбору мусора, крупногабаритного мусора. В Анапе, в сельских округах, неравнодушные жители вышли опять на территории и помогают нам, помогают городу стать лучше, стать чище, стать еще краше. Никита Бойко, Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа регион.